Приготовить овсяные маффины можно на завтрак или в качестве перекуса в течение дня. Вкусно, полезно и не очень калорийно. Маффины из овсянки получаются нежные и вкусные. Такую выпечку можно подать как деткам, так и взрослым, и не боясь испортить фигуру. Изюм по желанию можно заменить на любые сухофрукты или даже ягоды. Прекрасное дополнение к любому чаепитию для всех любителей полезной еды. Попробуйте. Кефир 250 мл. Овсяные хлопья 100 грамм. Разрыхлитель теста 1 чайная ложка. Банан 1 штука. Изюм 50 грамм. Яйцо 1 штука. Количество порций 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Овсяные хлопья измельчите при помощи блендера или мясорубки. Пересыпьте измельченные хлопья в глубокую миску, добавьте яйцо и размятый вилкой банан. Все перемешайте. Влейте кефир, добавьте соду. Перемешайте все до однородности. Тесто должно быть по густоте, как густая сметана. Если необходимо, то подлейте еще немного кефира. Добавьте промытый изюм. Готовое тесто разлейте по подготовленным формочкам для кексов. Готовьте в духовке при температуре 180 градусов около 20-30 минут. Маффины готовы. Перед подачей можно посыпать их сахарной пудрой или полить любой глазурью. Приятного аппетита!